высажу вас неподалеку от тюремного входа. Вам нужно будет проникнуть внутрь и узнать, кто и почему послал сигнал бедствия. Я непрерывно буду на связи, чтобы сообщать вам всю необходимую информацию. Понял тебя, Рэй. Не беспокойся. Командор Эйс к бою готов. Большой золотой желудь. Тут их несколько, и если вы соберете все, мы сможем купить что-нибудь очень ценное. Ты отмужен. Убей всех врагов, чтобы пройти дальше. Эти предметы можно встретить только здесь. Если уничтожить их все, можно получить приз. Так, я не пойму, почему он пошел сам, а не прислал корабль или танк? Потому что он решил тайно разведать все сам. Ситуация немного усложнилась. Ох, а что если у него не получится? Как же мы без командира-то? Барбош сказал, что местные охранники перепрограммированы. Они думают, что уйти так же живо. Будьте осторожны. А, какая незадача! Может, мощный залп из моего бластера их вылечит? Если самочувствие резко ухудшилось, нужно поискать поблизости лекарства. К бою готов! Командор, по моим сведениям, рядом с вами враги. Возможно, это засада. Осторожнее. Немного опоздали, а вы? Вот такой волшебный бластер! Они заменяют деньги, так что если вы сможете собрать достаточно желудей, потом можно будет купить новое оружие или броню. Внимание! Поблизости высадились враги. Командор, вы включили автоматическую систему защиты. Я так и хотел! Это чтобы посмотреть, справятся ли они со мной. Учебная, можно сказать, тревога. Хорошо, командор, мы идем за вами. Задание выполнено.
Утенок, наш командор поднял в тюрьме тревогу и оказался внутри силового щита класса 6. Тебе надо пролететь через пояс астероидов и уничтожить орбитальные генераторы, чтобы щит отключился. Я сделаю это, Рыб! Сделаю ради Эйса! О, Эйс, держись! Астероидный бластер! Утенок, врубай навигаторы! А что, если она не включит навигаторы? Не знаю. Да это просто идиотская фраза пилотов, типа «показания приборов в норме». Показания приборов в норме. Ого! Вот ты умник! А что мне делать? Сломай защитные генераторы вокруг планеты, чтобы хряк мог сесть. Эти маленькие роботы – отличные мишени. Постреляй! Понял! Я отправил тебе сырой рыб. Подбери его на пути. Оно мощнее обычных пушек. Чудненько! Оружие летает прямо в космосе среди бела дня. Жизни бы так. Рыб всегда все планирует наперед. Утенок, твоя задача сбить все пушки на генераторе, чтобы отключить щит. Поняла. Привет, мальчики. Пока, мальчики. Получилось, утёна? Хряк уже на подходе. Я рад, что со всеми всё в порядке. Утёна сбила генераторы, но командор Эйс всё ещё не может выбраться. Хряк, постарайся, сбрось танк за оградой. Тебе нужно помочь командору попасть в эту тюрьму. Не бойся, водоплавающее. Там на платформе есть ускоритель. Пролети над ним, чтобы твой корабль набрал скорость. Ускорители тебе еще пригодятся. Вот и все ломать и получать за это деньги. Все ракетные башни, чтобы хряк мог уйти.
Все будет в лучшем виде. Утенок, попробуй набрать высоту, а потом снизиться. Задание выполнено. Командор Эйс, путь в тюрьму свободен. Камера Лински в самом центре, так что прошу вас быть предельно осторожным. Осторожнее? Я что, похож на трусливого дезертира? В конце концов, у меня есть репутация. Я вынесу все, что движется. Система защиты заблокирована. Подключи меня, и я попробую ее снять. Если вы сможете набрать правильный биокод на каждом кубе, защитная система отключится. Сначала надо повернуть биопуск и прицелиться в фрагмент биокода, а затем нажать кнопку и выстрелить в тумблер. Проник на вражескую территорию. Подключаем тяжелую артиллерию. Ты хоть понимаешь, что твои действия могут привести героя к гибели? Что на меня? Следите за антителами, сэр. Они примут вашу пушку за инфекцию и попытаются сожрать ее защиту. Биокод моментально убьет все эти антитела. С помощью этого можно уничтожить всех врагов, но вам потребуется очень много энергии. Защитные системы. Чтобы выйти отсюда, вам нужно уничтожить бота-генератор 1000. Постреляем! Жду нападения! Это был последний робот. Доложить остановку не надо.
универсальнику. Он подойдет к любому тумблеру. Самый хваленый генератор 3000? Это хваленый генератор 6000. Производит тяжелые автоматические танки. Наконец-то достойная драка. Так-то лучше. А то уж я было заскучал. Отлично, командор Эйс. Это последний генератор. Теперь вы сможете дойти до камеры Лиски. Вот и славно. Нанесем визит прекрасной даме, а? Миссия выполнена. Пес Барбос. Кряк. Лиска сбежала и заперла Барбоса в неуправляемом танке. Нужно остановить его и спасти пса. Ладно. Один момент. Я только разогрелся. Хороший удар! Зубы до сих пор стучат! Боевой курятник атакуют роботы. Утёнок, иди-ка разберись с ними. Легко так рыбку проглотить. О, нет. Прощай, Най. Какая недружелюбная встреча. Thank you.
постарается убрать все мины с пути корабля. Избавься от этих мин с помощью отражения. Эти роботы не оставят от бедняжки Утёна и мокрого места! Иду вот так! Вот и все. Сюда идут еще роботы. По моим расчетам, Утёни с ними не справится. Так что, Хряк, бери самые большие бластеры и давай, помогай ей. Без проблем. Следить за экраном. Там показаны твои враги. Отхвати! Thank you.
любят там. Увидеть врага, сразу стреляй, не мешкай. Обожаю танки. Все ими почем. Люблю танки. Не люблю воевать на пустой желудок. Опа! Я просто плохой парень с мощными пушками. Я весь в этих винтиках и шестеренках от роботов. Рыб, когда я вернусь, будешь счищать с меня куски роботов. Я есть хочу! Эта противовоздушная пушка имеет два режима стрельбы. Во втором режиме нужно подождать, пока она перезарядится. Начало! Рыб, пришли мне покушать. Обожаю танки. Все ими почем. Заморозил их. Танки.
власти рулят. Минус один. Разорись миром! Танки, это круто! За это платили. Я весь в этих винтиках и шестеренках от робота. Ловушка. Я ее чую. Слава богу, ты жив. Я думаю, командор, этих роботов прислал Хорек Шнырек. Следовательно, нужно обыскать город и собрать улики. Рыб, не делай поспешных выводов. Это моя работа. А теперь я отправлюсь в город и буду искать улики. Как всегда, гениально. Блин, он меня бесит.
Прочитал бы этот хорек хоть пару книжек о том, как быть хорошим мальчиком и не расстраивать маму. Через это я не перепрыгну. Есть идеи? Я пришлю вам реактивный ранец, сэр. Я уверен, это должно помочь. Сюда!
осторожно, командор. Если верить приборам, этот газ очень нестабилен. Нестабилен? Да, сэр. Он иногда взрывается. Это как стряпня хлеба. Я все слышал. На склад лаборатории Данка и узнать, что именно он отсылает Лиске с Клиске. Что? Всего-то? Чтобы выведать этот секрет, надо будет применить грубую силу. Вот, так уже лучше. Пока ты не уничтожишь генераторы этих лучей, двери останутся закрыты. С твоим тараном никаких стен и препятствий можно не бояться.
тут придурки. Всем уже ясно, что Харек задумал какую-то пакость. Надо остановить эту погрузку. Узнай, куда уходят эти бочки с газом. Нам надо выяснить, кому Харек отправляет столько топлива.
Хрюнь, давай сюда чипсы! О, я их уже доел! Утёнок, подожди, пока стрела не остановится. Только так ты сможешь попасть в кольки с топливом. Межпланетный грузовой корабль. Нельзя, чтобы он улетел. Выдвигаюсь на позицию. А потом надо сломать 3 генератора по одному в каждой комнате. Есть кто посильнее? Вот такой вот робота, когда его видно, сэр.
остановился, сэр. Можете идти за мной. У них нету перил! Это верная смерть! Сэр, вы почти догнали его! Не упустите! Сюда тебе не добраться! Рад, что со всеми все в порядке. Хряк, твоя задача пробиться через марсианскую защиту и высадить командора Эйса на базе. Дальше он пойдет один. Готовы, командор? Да. Но только меня в машину качивай. Я сяду в окошко. Если, конечно, никто не против. Хряк, тут пахнет фиалками. Это кокосовый освежитель. Всех убью, надежда.
Ну вот и все. Командор Эйс, я засек интересный сигнал из марсианского ангара. Вы можете пробиться туда и проверить, что это? Конечно. Мне даже немного жаль наших врагов. Если бы я был на их месте, я бы умер от страха, зная, что мне предстоит схватка с героем. К бою готов! Получается застать врага врасплох, если он всегда заходит через главную дверь. Вот если бы он выскочил из ванной или туалета, все бы точно удивились и есть новые ботинки, они вам пригодятся. Это ботинки с когтями. Если увидите подходящую поверхность, прыгайте на нее и идите как по земле. Ну а потом просто спрыгните с нее. Спасибо, рыб. Так я и сделаю. We'll be right back.
У нас тут погрузчик. Понял, командор. Я пришлю к вам утюг. Миссия выполнена. Погрузчик пытается уйти. Утёна, останови его и узнай, что в нем. Конечно, рыб. Чтобы сбить двигатели корабля, надо принять по ним, когда отключена защита. Отлично! Ряг, ты слышишь? Я в шахте, лечу к погрузчику. Прикрой меня. Ладно, Бульбу. Пытаюсь обнаружить черный ящик. Начало! Перехожу на другую точку. Проверь, чисто ли там. Ищу черный ящик.
не так. Здесь ничего нет. Поищу в другом месте. Ищу черный ящик. Переместиться. Надеюсь, враги меня не заметят. Пытаюсь обнаружить черный ящик. Я расшифровал данные черного ящика и нашел координаты гуся. Задание выполнено. Я изучил бортовой журнал погрузчика и определил местонахождение гуси. Теперь вы можете ее арестовать. Да, пора приготовить из этой гуси
фаршированную индейку. Звучит весьма неприятно, сэр. Знаю. Тут вообще все неприятное. Обычным оружием это нельзя. Здесь надо использовать местную растительность. Большие овощи уже созрели, и их можно брать. Только осторожно. Что эти овощи очень вкусные и совсем без косточек. Гуся явно что-то задумала. Яблочко!
Ничего себе у нее кораблик! Я видел такой корабль в кошмарном сне! Он был другого цвета и выглядел совсем не так, но это он точно вам говорит! Я теряю управление! Надо сбросить эти штуковины!
Алиса убегает. Только она знает, как нам видеть. Надо обязательно ее схватить. Ну, будет ей фуа-гра. Утёна спасена. Теперь надо поймать лиску. Прежде всего придется убрать детонатор. Хряк, такие задания по твоей части. Лучше я займусь этим сам. У нас нет танков. Я заметил. Впереди тебе будет встречаться телепортер. Если твой танк заедет на такой, тебя перенесет в другое место. А можно сэкономить кучу времени. Стреляй по красному щиту. Молодец, Пиа. Но имею в виду, нужно следить за ним. Как только оно истечет, луна взорвется. Теперь ты можешь использовать этот телепортер. Да ладно. Прорвемся. Рык сказал, что надо разминировать бомбу, убрав все детонаторы. Ага. Что бы такого сделать было? Сигнал от Утёны идет из глубоких недр убежища Лиски. Я предчувствую, что ее нелегко будет спасти. Может, для кого-то и нелегко, но у меня есть то, чего нет у других. Тайная любовь к Утёне. Ха! Ионный бластер и сердце героя. Эйс, это ты? О, помоги мне, Эйс! Утёна? Я здесь. Погоди минутку. Рыб, дружище, эта дверь бронирована. Ничего страшного, сэр. Я дистанционно улучшил ваше оборудование. Думаю, с этой дверью вы справитесь. Волшебный бластер. Есть кто посильнее? Thank you.
иди-ка сюда. Thank you.
Не бойся, тут еще одна. Я рад, что со всеми все в порядке. Лиска даст. Лиска сидит вон в той механической штуке. А у нее есть название рыб? Это уж вы у Лиски спросите, если, конечно, поймали. Похоже, вы попали в слабую точку, сэр. Твое свинячье дело. Что ты сказал, Хряк?
Смотрите полный. Идите сюда! Еще немного, и тебе бы конец! Рыб, мое оружие не работает! Как ни крути, сэр, но вы должны обойти язычник. Честно говоря, я в затруднении, сэр. Замечательно. Ну, если что, говори, не стесняйся. Ура! Я достал ее! Попалась! Чтоб тебе! Больно же! Миссия выполнена. Луна разваливается, не сбегай, утёна, заметь! Вот она! Быстрее, быстрее! Думай о хорошем, думай о хорошем! Ой, я не могу на это смотреть! Кто тут наелся лука? Прости, командор. Понимаю, команда! Эйс, убери лок
ехать с кнопки катапульты. Пахнет клубникой. Ах, мой освежитель воздуха. Надо мне вот танк такой же. Утёнок, напиши водителю. Спасибо. Нет, не туда. Не говори под руку. Хряк, не дыши на причёс. Прости. О, боже! Отлично! Она убегает! Да чтоб тебя разорвало! Думаешь, ты победил, да? Не надейся! Я еще вернусь и за все тебя отомщу! Ты опомниться не успеешь! Чертов Эйс! Отлично, Рыб! Утенок, ты дрожишь. А, это потому что я люблю тебя. Нет, я тебя. А я тебя больше. Утенок, напомни, чтобы я поцеловал тебя, когда вернемся. Хряк, убери коленку со спины. Журнал командира. Космический день 2.10-6. Я наградил команду за самоотверженность и самопожертвование. Спасибо, командор. Я знаю, у вас нет слов. Не говорите ничего. Отличная работа, Эй! Я знала, что ты справишься. Увидимся на церемонии. Утенок, курс на Нью-Дубки. Полетели в лучах славы купаться. Ионные ускорители на полную мощь. Во имя галактики, друзья! Да, есть! Фу. Вот это приключение! Нет, это же чудесная история любви. Наш герой мог захватить галактику вместе с Лиской, но он выбрал Утену, а потом он спас ее, когда Утена уже и не надеялась. А потом она сама спасла и героя, и Хряка, и весь мир. Как же круто! Ой, а можно я полистаю титры? Ух ты! Ого, смотри, вон они! Птю, птю, птю! Ого, да их там сотни!